Попробую. Чуть-чуть. Прям чуть-чуть попробую. Чтоб понять, пропавший он или плохой, или гнилой, или вообще что-нибудь. Может быть, вообще я проголодался. Ха-ха-ха. Ладно, попробуем. Что-то мне поплохело. Что-то мне плохо стало. Детишки, что-то у меня животик болит, и все чешется, все лицо чешется. Ай, что же делать? Значит, что мой плохой гриб. Мама, мам. Чего он там кричит? Мама! Да, что случилось, дорогой? У меня все лицо чешется. Я съел какой-то гриб непонятный, и он зачесался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наверное, не красный с белыми точками? Он самый, да, и такой он был плохой гриб. Мама, что мне делать теперь? Дорогой, успокойся. Я взяла таблетки. Сейчас посмотрю. Сейчас мы возьмем и поставим тебе укол. И все будет хорошо. Правда, будет хорошо? Да, все будет хорошо. Сейчас я положу чумочки. Так, Америка. Давай поищем. Давай, мать. Так, давай. Ага, все, давай, готовь. Укол не больно. Помогите! Все? Да, все. Это не больно. Как комарик укусил. А в лесу их много. О, мне что-то легче становится. О, что-то мне легче становится. О, и правда все хорошо. О, дети, у меня все прошло. Не забывайте в лес брать с собой лекарства, потому что мало ли они вам пригодятся. От комариков, от клещей, от укусов, от всего. Да, мам? Да, дети, не забывайте. В походе надо слушаться родителей. И в первую очередь от них далеко не уходить. В лесу очень-очень легко потеряться. Вот. Так, карамелька, компот. Где кожик? Я есть. А, ой, извините. Это же компот потерялся. Итак, ну что, продолжим наше веселье? Да, ура, мы на отдыхе, все хорошо. Пойду за грибами. Нет, стой, дорогой. Что такое? Ты больше за грибами не пойдешь. Почему? Ты не знаешь, какие.
типа фи, какие вредные, какие полезные. Я попробую. Нет, больше пробовать ты не будешь. Хорошо. А чем я займусь? Пожарь лучше яйца. Яичницу делать? Я умею, сейчас пожарю, хорошо. Давай. Иди. Я пойду яйца найду. Давай, иди. Ой, как кушать хочется, да, дети? Да, мамочка, да, хочется. А сейчас папа скоро принесет нам яйца, яичницу. Давай себя покушать. Ну что, детишки, здорово мы здесь отдохнули? Да, здорово, здорово, я еще хочу. Ну, в следующий раз мы приедем сюда еще раз. Так классно здесь было, да? Да, всем понравилось. Ну хорошо, всем пока. Спасибо, что смотрели на нашу семью и как мы отдыхаем. Это прекрасный лес. Так, компот, не падай. Хорошо, пап, что-то у меня ноги не держат, я устал. А то ты как всегда устаешь. Тут такое развлечение, бег, ну свежий воздух. Все выматывай, да? На. Да-да, все выматывай, согласна. Собирать вещи и поехали домой. Всем пока! Кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного с нашей семьей. Всем пока! 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 У-ху. Ой!